Праздник юности, больших надежд и неиссякаемого оптимизма. Красивый, торжественный и отчасти грустный праздник у тех, кто закончил Полоцкий государственный университет. Выпускной в вузе – тот самый момент, с которого начинается действительно взрослая жизнь. Не успели отгреметь выпускные баллы в школах, теперь настал черед вузов. Актовый зал Полоцкого государственного университета переполнен. Здесь собрались сразу несколько сотен тех, кто покидает стены родной альма-матер и делает смелый шаг в новую жизнь. К слову, практически каждый выпускник пришел сюда не один, а со своей активной группой поддержки. Все 5 лет мы были одной командой, как сейчас говорят. Нам радостно, приятно, что достигли того, к чему стремились. Ну и надежда на будущее, на дальнейшую уже самостоятельную жизнь. Немножко волновались, но не знаю. Мне кажется, у меня как-то очень все спокойно. Платье было готово, диплом был защищен, осталось все одеть и получить. Туфельки купили. Всего распределение на работу после вуза получили около 600 студентов первой и второй ступени высшего образования. Из них 39 – магистранты. А лидирующей по количеству выпускников стала специальность «Промышленность и гражданское строительство». Дипломы по этой специальности получили 78 выпускников. Я еще помню, что мы недавно здесь сидели наоборот, вот еще только знакомились, еще только нам рассказывали, как мы будем здесь учиться, какие вы молодцы, 17 лет, еще все только поступили. Сегодня, конечно, очень интересно, здорово. У меня родители готовились даже к этому дню, естественно. То есть, ну, конечно, мы ждали этого момента, и 5 лет как-то пролетели очень быстро. Кажется, что даже не верится. Эмоции, конечно же, нереальные, очень радостно и одновременно грустно, что все заканчивается, но в целом все довольны, все счастливы, все радостны, все нашли хорошее трудоустройство. Думаю, в дальнейшем ребята найдут себя в этой жизни. Прощание с вузом всегда момент веселый и радужный, и вместе с тем грустный. И пусть для каждого выпускника этот день станет отправной точкой в успешную взрослую жизнь. Ольга Войтова, Артем Табаков, Вектор ТВ.